Всем привет! Ребята, мы продолжаем исследовать теплые помещения Калининградской области, потому что на улице холодно. И сегодня мы находимся в месте, где азарт, где бабки, где успех. Это казино «Собрание». Напомним, что официальное казино. Очень много гостей. Будет концерт даже Валерии. Помните такую певицу? Погнали общаться. В казино впервые вы вообще были еще до этого? Мы здесь частые гости, нам уже пора нас встречать уже с хлебом, с солью. А? Как да. На свадьбе? Вы со стороны невесты или со стороны жениха? Я это я. В целом вы азартные люди? Нет. Не знаю, хоть раз брали шаурму на вокзале? Нет. Так не рискуете, нет, да, прям? Нет, хочется. Вы вообще первый раз здесь в казино? Нет, не первый. Почему это прикольно? Потому что интересно. Ажиотаж, люди. Ну, мы на Валерию приехали на концерт. Валерия? Да, это же вообще фанат. Чего вы палите свой возраст, блин? Я бы, типа, вам 18 лет хотел сказать для кадра. Так, давайте одну песню Валерии, и вас отпускаем. Хором поем. Самолет легко меня уносит. Через год я не вернусь сюда. Кто опять тебя об этом просит, когда мы расстаемся навсегда? Да? Так это и есть Валерия. Не устали, что ли? Все, Валерия, можно с вами сфоткаться? Я узнал вас, Валерия. Все, фоткаемся. О, я обозначил планы на вечер. Первый раз в казино? Да. Ни разу не играл, ни разу ничего не выигрывал? Да. Ты все время говоришь «да». Ты пришел на концерт Валерии? Да. Давай, одну хотя бы ее песню. Я не знаю. Нет? Никакой. Вот это вот. Красиво ты вошла в мою грешную. Валерий же сегодня, Валерий. Концерт Валерия. Часики. Та-т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 а. Мне кажется, Валерий также будет петь эту песню сегодня. Она, даже она уже забыла. Что-нибудь скажи просто. Что хочешь? На французском? Что сказать вообще? Я сам не знаю. Скажи, что-нибудь хорошего просто. Вам вечера. Ну что вам надо? Здоровья, счастья, горько. Вечером. Сегодня мы тут отдыхаем с ребятами, так что... На французском что-нибудь, на французском. Bonsoir. Казино, это хорошо или плохо? Хорошо, конечно, хорошо. Конечно, как вы еще по-другому скажете? Для кого как? Первый раз вы здесь, не первый раз? Нет, конечно, мы каждый выходный сюда ездим. Не сработаете? Нет. Вы по-любому какая-то мафия, какая-то группировка, которая, знаете, типа рассасывается по автоматам разным. Давайте какой-то прикольный какие-то истории из казино. Как ты платишь налоги за казино? Налоги платишь? Давай, самозанятый, нет, ИП есть. ИП нету. У меня ООО. Нам дали промо-тикеты на 500 рублей, вы можете в автоматах порубиться. Да. Погнали прямо сейчас поиграем? Погнали. Я утру нос сейчас этим выскочкам. По пятой ставке? Давай по десятой. Что это значит? По десятой играем. Объясняй, что значит? Никаких пятых. Тут заход 1,050 копеек. Ну. Короче, просто куда тут нажимать? Погнали? Все, играем. Играем. Нажимай. Что я сделал? Все, вы 100 рублей подняли. Есть. А что, я ничего не выигрываю? Так ты нажимай. Бесконечно? Да. Пока что-то не попадет. Вот же, 5 лимонов. Нет, так не работает? Это вряд. Блин. О, еще 3. Арбузы, моя тема. Пятихаточка, просто заработали, подняли. А я 750 рублей. Мы можем купить Валерию себе на корпоратив. Конечно. За эти бабки. Ой, как будто хочется с вами пообщаться. Я Руслан. Юля? Да, Юля. Не очень, да, Дима? Она такая, типа, всю славу Юле отдаю. Казино впервые вообще здесь или да, что? Да, да. По-любому не из-за Валерии. Блин, я не поверю, что вы слушаете Валерию. Не палите свой возраст. Ну почему? Женщина 40 плюс. Вам же 20. Все, 20 и 20, и мы все подходимся Валерии. Блин, тогда один трек ее. Давай, Юля. Вот это вот, плачут небеса. Какие о любви. Небеса? И мечты. Вот вот. Так, хоть раз играли на автоматах? Да. Слушай, я вообще проиграла. Сколько? Немного, 1000. Так. Я успокоилась. Немного. Эти буржуи нас смотрят, блин. Я долг свой выполнила, все, я теперь расслаблена, счастье, все, я вот вам, да. А не было, типа, сейчас отыграюсь, наоборот, типа, нет такого раза? Сережке жалко. Так, ты выигрывала, проигрывала что-то? Я сегодня выиграла. Сегодня сколько? Нельзя говорить? Да, не будем говорить. Но большая она, сумма. Пятихатка, она... да? Главное, мы договорились так, что если я проигрываю, она выигрывает, она платит за такси обратно. Поэтому в целом я даже здесь не ночую. Нормально. Неважно, сколько у вас денег, но мне все равно нравятся богатые мужчины. Да, все. И давай пошлем нахер всех своих бывших. Типа, я стала успешной. Ребят, я не думаю, что вы даже дожили до того, чтобы посмотреть этот ролик.
А у тебя такие возрастные, да, были бывшие? Спалилась, блин! Я надеюсь, что Альцгеймер не щадил никого. И ты в казино. Что забыла здесь? Друзья позвали на концерт. Что ты сегодня выиграешь, проиграешь? Я не играю. Почему не играешь? У меня денег нет. Это решаемый вопрос. Смотри, на халяву пятихатку рублей бери. Да давай честно, просто на Валерию подкинулась. Любишь ее треки? Хотя бы один трек. Валера! Валера! О, да, вот это вот. Да вы наверняка пришли на Валерию, 100%. Да, да. Ходим, спрашиваем, молодежь. Никто не знает ни одной песни. По-любому вы знаете. Давайте хотя бы три песни назовем Валерии. Часики, тик-так, тик-так, тик-так. Так, норма, не знаем. Таю, таю, таю на губах. А, это Валерия поет. Класс. Так, и третью какую-нибудь еще. Я потеряла сердце и не заметила, зачем же, зачем я его встретила. А как мы проверим, что это Валерия поет? Добрый день, один вопрос, а как вовремя остановиться? Никак. Да? А у вас много детей? Достаточно. А, ну все, значит, вы не знаете, как вовремя остановиться. На концерт пришли? На концерт. Блин, а я думал, вы как тут играете. Играем тоже. Миллион. Играете? Да, играем. Давайте вспомним какой-нибудь случай, когда вы прям больше всего заработали. 5000 и бутылка шампанского игристого. 5000? Да. Ни в чем себе не отказывали потом? Не отказывала. Куражили просто. Да, да. Спустили здесь. Да, да, да. А вообще в целом, как у вас дела с азартом обстоят? Может быть, когда-то в молодости что-то взяли, поспорили, деньги просто так легко деньги теряли хоть раз? В МММ не вкладывались? Вкладывались? Конечно! Вот оно, казино! Да, да, да. Это разве казино? Это такая фигня просто. Да, да. Это old school. Все, вот оно. Первый раз приехала, было 4 года вашему заведению. Во второй раз... это не мое заведение. На пятилетие. Мне это льстит. Это вы у меня сейчас в прихожей находитесь. Это моя большая квартира. Давайте про Валерию поговорим. Концерт Валерии. Никто не может назвать хотя бы 3 песни. Сейчас вы себя загнали в угол, потому что вы уже сказали, что вы фанатка, вы все знаете. Уже не получится. А вот когда так врасплох, то получается, что он так. Да, какой-нибудь. Вот это вот. Детство, детство, ты куда бежишь? Да, так, вот еще. Так, что еще? Какой еще вот это? Еще напойте, я название скажу. А он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает. По-моему, вот это Candy Shop, тутуру, тут Candy Shop. Помните эту песню была у меня? Да, конечно, много песен, но вот сейчас, вот, к сожалению, прям вот когда надо, в нужный момент. Но главное, что слышали когда-то? Да, конечно. Все, сколько уже денег проиграли здесь, давайте честно. Я выиграл. Не, реально играли уже в казино? Да. 2 миллиона выиграл. 2,5, это правда? 3,5. Это правда? Да. Показать. 3,5 миллиона выиграли сегодня или когда-то? В прошлом году, перед Новым годом. И до сих пор не уходите отсюда, пока не потратите все? Нет, мы сегодня пришли на праздник. Больше не играю. Так это вы привезли Валерию всем, у вас же бабки были. И ладно, давай, заказываем Валерию. Какие были эмоции? 3,5 миллиона выиграли. Это в покере? Вот в этом, в автоматах. Да невозможно, я не верю. Я выиграла игру, а он выиграл. Я не верю. Там деньги. Да, сейчас я, короче, с каких денег вы выиграли? Сколько вы потратили? Изначально начал 5000 закинул. И вот все, с этого 3,5 ляма. И постоянно все выигрывали, и вас отпустили. Именно на те деньги, которые... Вам отдали эти деньги? Конечно. Да. 3,5 миллиона человек выиграл. Когда? Где? Видите? Мы заплатили налог, конечно. Вот, это да, налог, осталось 100 рублей. Вот налог 19 тысяч. 3,5 ляма человек выиграл. Вот, можно кричать об этом? Да, у меня есть такие промо-тикеты на пятихатку. Выигрываешь сегодня лям, делим пополам. Вот так вот. Классный прикид. Да, у нас была просто другая вечеринка, в стиле Гэтсби. А по какому поводу? Днюху у кого-то была? Что это было? Ну, это частная, закрытая вечеринка. Ну, не корпоратив какой-то компании, вы не коллеги? Нет, моя девушка, ее подруга, и мой приятель, и плюс еще куча его знакомых. Свингер-пати такое небольшое, тематическое. Ну, это, наверное, было бы окончанием, если бы не Валерия. Прикинь, сегодня, кстати, с такой толпой просто оргию замутить, прикольно было бы? Думаешь, чуть-чуть подфильтровать, в принципе. Да. Это человек, которого есть девушка, так говорит. Видите? Так, это новое. Все, давай, убегай, пока лишнего не наговорил. По-любому вы здесь каждый день, да, тусуетесь? Нет. Да, пахнет успехом, бабосиком от вас пахнет. Да какой бабосик? Да. Какие планы на сегодня? Чего вы здесь приехали? Хотели похавать там на ресепшене. Они там выдают, не выдают. Но, короче, мы в очереди не попали. Пойдем косарик потратить. Короче, схема какая? Я подхожу к кому-нибудь, у кого еда. Я их отвлекаю на интервью, вы хоп. Брускеточку, хуяк. Оп, тарталеточку, оба. Все, так что, ребят, спасибо. Спасибо. Очень рад тебя видеть живую, если честно. Давайте, все, давай.
тоже на Валерию? Нет, поиграть. Мы просто отдохнуть. Просто отдохнуть? Да. На шведский стол. Мы как раз снимаем всех халявщиков, вас, вот этих всех. Областники эти приехали, поселковые вот эти вот, понаехали сюда. За всю жизнь что-то прям какую-то большую сумму, которую проиграли, проспорили. Нет. Я поспорила на большую сумму, когда своему мужу сказала «да». Своей жизнью. Уже бывший муж или пока? Нет. А он поспорит это видео? Я не знаю. Лучше не надо. А где он? Все обрежь как надо. Я только вчера смотрела про аборты и думаю, сука, почему они не хотят рожать? Какую важную тему мы подняли. Да. Начинали с казино, закончили с абортами. Да, они, суки, не хотят рожать. Туда надо, они же смотрят нас. Они, суки, не хотят рожать. Все. Да. Мы вырежем это из контекста. Получится, девчонки, что делаете? И вы сразу скажете, суки, не хотят рожать. Очень хотим с вами пообщаться. Давайте. Во-первых, охеренно выглядите. Спасибо. Я всем так говорю. Спасибо. А в казино, что, почему вы здесь сегодня? Приехали за атмосферой. Здесь уже были. Мы здесь были. Часто бываете здесь? Ну, на каждом дне рождения бываем. Ну, а да. Так вообще играли сами хоть раз? Нет, я не играю. А почему? Я азартная, 100%. Если меня научить играть в покер, я проиграю все. Тогда какой-нибудь совет надо дать, как людям... чтобы игра не затянула? Не знаю, чтобы остановиться вовремя хотя бы. Ребята, нужно быть осторожней. Не продавайте свои последние квартиры и не пытайтесь отыграться. Это Руздет, ё-моё. Здорово. Хотим интервью тоже дать. Я общался тут. Казино, по-любому бабки проигрываете, поднимаете. Что вы тут делаете? Ну, приезжаем, жрем тут, пьем. Это шутки. А я думаю, куда весь шведский стол пропал? Все, ё-моё. Так же прям с ней вот так вот. Ты делаешь вот так вот, типа, малышка моя, вот так вот. Иди ко мне. Зая моя. Не, я так делаю. Иди ко мне, ё-моё. Он не абьюзер, смотри, если... Солдат, ребёнка. Если он тебя держит в заложниках, моргни 3 раза на камеру, мы потом тебе поможем. Хоть раз вообще что-то проспорили, проиграли, не обязательно деньги. Один раз свою жопу проиграла. Жопу проиграла? С тех пор вы вместе? Было дело, да. Так, короче, мы вам даем подарок. Давай, бери у него из кармана. А, я, получается, тоже сейчас жопу проиграл? Давай, бери. А как вас зовут? Валентина. Руслан, ой, почти как Валерия. Почти, да. И пою, между прочим. Поете? Да. К черту слова, сразу поем. Старый клен стучит в стекло, приглашает нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Так, танцуем. Все! Еще, блин! Затань! А я принимал участие. Да, натанцевали тут! Ну что ж, дорогие друзья, это был выпуск из казино «Собрание». Спасибо огромное. Вы почаще нас, наверное, зовите. Нам тут так прям понравилось сегодня, конечно. Все, Олег, ты езжай, наверное, домой. Я немножко посижу еще, скорее всего.